Кино, как известно, самое массовое искусство. Поэтому значение его в воспитании советского человека особенно велико. На наши экраны ежегодно выходит около 1000 кинокартин, в том числе 150 полнометражных художественных. В каждом городе и во многих селах строятся новые современные кинотеатры. Улучшается работа организации кинофикации и кинопроката. Но всю эту огромную творческую и организационную работу может свести на нет плохая фильмокопия. От чего же зависит ее качество? Давайте вспомним основные этапы производства и тиражирования фильмов. Создание всякой картины, и особенно художественной, процесс сложный и длительный. В нем участвуют специалисты самых различных профессий. Мы проследим лишь за одной, но очень важной частью кинопроизводства, за техникой фиксации изображения и звука на пленку. Я же просил не шуметь, когда я работаю с автором. В результате киносъемки получается негатив изображения, с которого печатают позитив и фонограмму. На магнитные ленты отдельно записывают актерскую речь, различные шумы, авторские комментарии. Я же просил не шуметь, когда я работаю с автором. Затем все эти звуки путем перезаписи сводят на одну магнитную ленту. Оригинал, совмещенный магнитной фонограммой, используют непосредственно только при производстве 70-миллиметровых фильмокопий. Для всех других форматов совмещенную магнитную фонограмму переводят на специальном аппарате в оптическую. Завершается киносъемочный процесс печатью смонтированного негатива и оптической фонограммы на одну пленку. По окончании работ киностудия передает все исходные фильмоматериалы и необходимую документацию на копировальную фабрику. Здесь, после тщательной проверки технического состояния исходных фильмоматериалов, производят массовую печать фильмокопий. Негатива изображения в целях его сохранности не рекомендуется печатать больше 200 копий. Поэтому, как правило, изготавливают промежуточный позитив, а с него необходимое количество контратипов, заменяющих негатив изображения. С каждого контратипа можно отпечатать 400-500 копий фильмов. За техническое качество выпускаемых фильмокопий отвечает контрольно-сборочный цех кинокопировальной фабрики. Его задача, в соответствии с требованиями технических условий, не выпустить фильмокопию с дефектами, искажающими восприятие изображения или звука при демонстрировании фильма на экране. Все процессы кинопроизводства, начиная со съемки, кончая тиражированием, как вы уже знаете, связаны с кинопленкой. А она нестабильна, легко подвергается деформации, различного рода механическим повреждениям. Кинопленка состоит из прозрачной основы и светочувствительного эмульсионного слоя, который усыхает быстрее основы. И пленка коробится, особенно при неправильной эксплуатации. Как и всякий материал, кинопленка имеет свой предел прочности.
Это особенно заметно на перфорационных перемычках. Они изнашиваются быстрее. Появляются надколы, надсечки, разрывы. Очень бережного обращения требует эмульсионный слой. Его легко повредить. При высокой температуре или большой влажности он быстро деформируется и может даже полностью разрушиться. Большинство сортов кинопленок производится и обрабатывается в полной темноте. Возникающие при этих процессах дефекты можно обнаружить лишь на конечном этапе. Советские фильмы снимают и тиражируют в основном на отечественных кинопленках «Свема» и «Тасма». Кинопленки, как негативные, так и позитивные, имеют различную светочувствительность, контрастность, цветопередачу. Этот план снят на недостаточно чувствительной пленке. И, как видите, слабо освещенные объекты не проработались. А когда при съемке одного объекта используют разные по характеристике пленки, то в монтаже стоящие рядом кадры могут оказаться различными по цветовому тону и контрасту, что недопустимо. Сейчас кинематографисты стремятся при создании фильмов показывать события в максимально достоверной обстановке. И часто снимают не в декорациях, построенных в павильонах киностудий, а в естественных интерьерах. В подобных случаях бывает трудно, а иногда и невозможно, установить необходимое количество осветительных приборов. Поэтому не всегда удается добиться правильного соотношения освещенности переднего и дальнего планов. При этом может нарушаться и цветопередача. Однако авторы фильмов все-таки часто снимают в естественных интерьерах, еще и потому, что постройка подобных декораций требует больших затрат. Наиболее часто в фильмокопиях встречаются механические дефекты. Они возникают вследствие прохождения пленки через лентопротяжные механизмы различных аппаратов и машин. Это надколы, надсечки, шероховатость края пленки, сквозные повреждения, надрывы, плохие склейки. Подобные недостатки при проекции могут привести к обрывам. Поэтому куски пленки с такими дефектами заменяют или, если возможно, ремонтируют. Встречаются также разного вида царапины, мокрая побитость, следы зубьев, отслаивание эмульсии, краевое отслаивание, рубцы, загрязненные склейки, следы от склеек. Некоторые дефекты хорошо заметны в отраженном свете. Загрязненность поверхности эмульсии, сухая потертость, пятна,
отпечатки пальцев, вытянутость края пленки. Бывают также фотографические дефекты, следы пузырьков воздуха, разного вида пятна. Пятна, возникающие вследствие плохого или неполного нанесения одного из слоев эмульсии. Полосы, засветки, краевая засветка. Полная засветка. Отпечатки пленки. Разнобой пленки на склейке. Конечно, недопустима также явная деформация рулона. Но иногда копировальные фабрики вынуждены прибегать к такой технологии изготовления фильма копий, при которой отдельные дефекты усиливаются. В нашей стране фильмы копии изготовляют на пленках шириной 70 мм, 35 мм и 16 мм. 35-миллиметровые фильмы выпускают в обычном варианте и широкоэкранном. Качество экранного изображения зависит от размеров кадра. 70-миллиметровая пленка дает не только наиболее высокое качество изображения на экране, но и стереофоническое звучание. С широкоформатного промежуточного позитива можно изготовить фильмы копии любого формата. Контактным путем печатают контратип и с него 70-миллиметровые фильмы копии. При помощи оптической печати можно получить контратип 35-миллиметрового обычного формата или широкоэкранного. И уже с них соответствующие фильмы копии. Таким же образом получают и 16-миллиметровые копии. При переводе изображения на меньший формат его техническое качество заметно ухудшается, а фонограмма вместо стереофонической становится монофонической. Кроме того, вследствие разного соотношения сторон кадров, при переводе с 70-миллиметровой копии на меньшие форматы теряется часть изображения. Чтобы сюжетно важная часть изображения не осталась за рамкой кадра, на специальном аппарате уточняют композицию уменьшенного кадра. Широкоэкранное изображение имеет пониженную резкость. При переводе на 16-миллиметровую пленку из-за необходимости применения оптической печати нерезкость усиливается. При этом часть изображения также теряется. Перевод с меньшего формата на больший еще заметнее снижает техническое качество изображения. В этом случае 70-миллиметровый фильм не будет стереофоническим. После тиражирования части фильма должны быть подобраны по цветовому тону в соответствии с эталоном. Затем фильмы копии поступают на склад готовой продукции. Кинокопировальные фабрики нашей страны ежегодно изготавливают около 3 миллионов частей различных фильмов. Их рассылают в конторы и отделения кинопроката, которые обслуживают свыше 150 тысяч коммерческих киноустановок. Полученные фильмы копии должны быть проверены в течение не более 5 дней с момента их получения. В случае порчи тары, а также отсутствия пломбы,
Претензии следует предъявлять отделению связи. В соответствии с нормативно-техническими требованиями следует по накладной проверить количество и комплектность частей. Теперь можно приступать к визуальной проверке и оценке фильмокопии. Эта работа должна поручаться квалифицированным фильмопроверщикам. Прежде всего, следует проверить наличие стандартных рекордов и всех необходимых отметок на них. Название фильма, начало и конец фонограммы, наличие стартовых номеров. В одной части допускается не свыше 6 склеек. Они должны быть ровными, аккуратными. Для измерения усадки пленки применяют специальную линейку. Периодически следует контролировать ширину пленки и ровность ее краев. Длина каждой части должна соответствовать метражу, указанному в ее начальном рекорде. Расхождение допускается не свыше 0,2 метра. Если при проверке на столе дефекты не обнаружены, то одну из фильмокопий просматривают на экране. Кинопроекционная и звуковоспроизводящая аппаратура конторы кинопроката должны отвечать всем требованиям правил технической эксплуатации. Чтобы верно оценить качество фильмокопии, необходимо понять творческий замысел авторов фильма. В кино, как в любом виде искусства, нет строго регламентированных взглядов и положений. Они непрерывно изменяются в зависимости от времени, вкусов, развития техники и самого киноискусства. Контролер должен понять и усвоить основные принципы подхода к оценке качества фильмокопии. Смотрите внимательно. Почему лица актеров освещены по-разному? Что это, искажение цвета передачи? Нет. Как видите, актеров освещают разные источники света. Так было задумано авторами фильма. Теперь на обоих актерах видны отсветы пламени камина. Но почему актер снова освещен ровным дневным светом? Это, конечно, ошибка оператора. Его нужно было осветить так же, как и партнера. Еще вопрос. Можно ли этот план считать нерезким? Нет. Авторы умышленно переключают наше внимание с одного говорящего актера на другого. Когда в изображении есть хотя бы одна резкая деталь, кадр нельзя считать нерезким. Если вы внимательно смотрели, то должны были заметить технический дефект, вызванный браком пленки. Посмотрите еще раз. В правом краю кадра мелькают светлые штрихи. Это подслойные прерывистые царапины. На монтажном столе они незаметны. Сравните,
В этом кадре царапин нет. Чтобы научиться сразу замечать подобные недопустимые дефекты, необходима тренировка внимания. Но продолжим тему об особых творческих решениях. Иногда, чтобы подчеркнуть эмоциональное состояние действующего лица, авторы снимают изображение как бы в его восприятии. Для усиления художественного воздействия на зрителя прибегают и к особым эффектам освещения. В кинофильмах встречаются и необычные звуковые эффекты. Например, в картине «Окраина» режиссера Бориса Барнетта лошадь разговаривает. Господи, господи! В комедии «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» кинорежиссер Элем Климов подменяет тревожный крик актрисы звуком сирены скорой помощи. Сейчас вы это услышите. Да просто что-то об этом хулигане печалишься. Вот увидишь, тебе без Иночкина легче станет. Если бы ты знала, сколько он товарищу Дынину крови попортил. Крови попортил? Ну да, если бы я ему хоть каплю крови испортил, то бы такое началось. В фильме «Они сражались за Родину» кинорежиссера Сергея Бондарчука посмотрите еще один пример особого звукового решения эпизода. Внезапно возникшая среди жестокого боя тишина делает понятным без слов, что контуженный солдат потерял слух. Хроникально-документальные фильмы интересны прежде всего заснятыми в них значительными явлениями и событиями. Но события не ждут, их нельзя отложить или задержать, и приходится снимать при любых обстоятельствах, где бы и когда они ни происходили. Поэтому в хроникально-документальных фильмах разрешается допускать больше технических недостатков, как в изображении, так и в звуке. Документальный фильм – это запечатленная на пленке живая, неповторимая история. Хроникально снятые кадры дают нам возможность стать свидетелями великих свершений прошлого. Такие бесценные кинокадры, независимо от их технического состояния, включают во многие киноленты. Художественные картины обычно удерживаются на экранах не дольше 2-3 лет. Но бывают исключения. Кинофильм «Броненосец Потемкин» создан кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном в 1925 году.
А в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе в результате опроса критиков по истории кино «Броненосец Потемкин» был признан лучшим фильмом всех времен и народов. Идейная глубина фильма, высокое художественное мастерство великого кинорежиссера-новатора вызывают интерес зрителей и сегодня, хотя снимался «Броненосец Потемкин» больше полувека назад и лишь в немом варианте. Период немого кино скорость киносъемки была не 24 кадра в секунду, как сейчас, а 16 кадров. Чтобы при показе на современных киноустановках избежать неестественно быстрого движения, немые фильмы переводят с 16 на 24 кадра в секунду. Для этого каждый второй кадр печатают на пленку по два раза. В результате возникает подергивание, которая усиливается вследствие усадки старых фильмоматериалов. В начале 30-х годов великий немой заговорил. Лучшие фильмы того периода привлекают и современного зрителя. Но с течением времени фильмоматериалы усыхают. На изображении появляются пятна, мигания, потертости, царапины. К сожалению, с этим приходится мириться. В первых звуковых фильмах запись звука была несовершенна. А реставраторы, естественно, стремятся сохранить подлинные голоса ушедших из жизни замечательных артистов и не переозвучивают их реплик. Последние времена, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай, тишина, а в других городах шум, беготня, езда непрестанная. Народ-то так и снует, один сюда, другой туда. Сегодня техника звукозаписи стала значительно лучше. Но художественные фильмы союзных республик и зарубежные дублируются на русский язык. При дубляже, вследствие фонетических особенностей разных языков, отдельные слова не укладываются в артикуляцию и звучат иногда не совсем синхронно. И немого отца-предателя. Главное, я вам вчера полностью... Сочтемся, потом сочтемся. В таких случаях следует внимательно проследить за шумовыми и музыкальными акцентами. Они, безусловно, должны быть синхронны. Качество звукозаписи проверяют на слух. Но фонограмму можно проверить и визуально. Она должна быть резкой и высококонтрастной. В цветных фильмокопиях для получения высококонтрастной фонограммы при лабораторной обработке на полосу звуковой дорожки наносят вязкий слой проявителя.
Но бывают случаи пропуска или неправильного нанесения вязкого слоя. Тогда звук полностью или частично пропадает, что, конечно, недопустимо. При оценке технического состояния фильма контролер должен руководствоваться установленными правилами эксплуатации и строго соблюдать требования технических условий, выявлять отклонения по цветовому тону, контрасту, резкости, плотности, уровню записи звука. В нормально заснятых кинокадрах при нарушении технологии печати может произойти потеря резкости. Или если при печати изображения не участвует один из цветовых компонентов, то искажается цветопередача. Нельзя принимать изображение с повышенной плотностью или с пониженной. Отдельные участки кадра не должны иметь разную плотность. Недопустимы различного вида засветки, пятна, полосы. Или крупная зернистость, сильно снижающая резкость изображения. Если лица актеров пересвечены, это мешает следить за мимикой. Не должно быть также неустойчивости кадра. Или неоправданно неустойчивого изображения. Все это раздражает зрителя, мешает восприятию фильма. Допускаются лишь одиночные, незначительные дефекты. И если они возникают в моменты динамично развивающегося действия, то зритель их не заметит. Многие фильмы союзных республик и иностранные не дублируют, а выпускают с субтитрами. Способов изготовления субтитров много, но чаще всего надписи выдавливают в эмульсионном слое на специальной машине. Субтитры должны быть четкие, легко читаемые. Забракованные фильмы копии подлежат возврату на кинокопировальную фабрику. Демонстрировать их на киноустановках запрещается. На каждую забракованную копию отдельные части или фрагменты составляют акт. Вместе с актом о браке дефектный материал возвращают изготовителю. Одновременно рекомендуется отправить и телеграмму. Это ускорит получение качественных фильмокопий взамен забракованных. Кинокопировальная фабрика обязана ответить о своем согласии с претензиями или объяснить причины их отклонения.
Деловому сотрудничеству между конторами кинопроката и кинокопировальными фабриками способствует система возвратных талонов. Объективная оценка работы кинокопировальных фабрик помогает более успешно добиваться повышения качества фильма копий. Хороший фильм приносит зрителям радость познания и эстетическое наслаждение, воспитывает и вдохновляет. В этом важную роль играет не только содержание фильма, но и качество фильма-копии.